Отличаются от других, потому что они гавкают. Ну, какой еще могут гавкать? Ну, только волки воют, и все. Они никак не могут отличаться. Собаки, собаки, волки, волки, змеи, змеи. Я думаю, что люди любят собак, потому что это милые животные. Люди любят собак, потому что собаки, они как-то общительные, наверное, а одинокие люди особенно любят собак. Я люблю собак и... Я люблю их больше кошек. Кошки часто как бы своим видом показывают, что ему кошки, это значит, ей безразлично вообще как бы существование своего хозяина, то есть, ну как-то на хозяина вообще все равно. А собака, она все время будет рада, она будет вилять хвостом, там, я не знаю, облизывать тебе лицо. И вот это очень большой плюс собаки, и за это я собак люблю. Я хочу себе завести собаку такую маленькую, прекрасную, чтобы она слушалась меня и гадила, нигде попала. Бывают такие люди, которые обижают собак. Собака отличается, например, от кошки. Кошка – это такое своенравное животное, да, у нее душа, да, с ней можно общаться. Но она как-то одинока и не идет на такой близкий контакт, как собака. Собака, она рада вообще любому твоему присутствию в ее жизни. Есть такое понятие «живут как кошка с собакой». Ну, так вот завелось, что кошки с собаками, они как бы не ладят. Это, правда, не всегда так, но тем не менее. Поэтому так, когда про людей говорят, значит, ну, как-то вот не в мире, что ли, живут, может быть, дерутся даже. Мне нравятся собаки, они какие-то такие милые, но есть злые собаки, которые сильно кусаются. Такие мне не нравятся. Собака укусить просто так никогда не может, я думаю, со зла. Но только если в шутку. А со зла никогда не может, потому что она все очень хорошо чувствует. Чувствует твои мысли, твои движения и что ты будешь делать дальше. Собаку можно косточкой порадовать. Бытует мнение, что собаки похожи на своих хозяев. Я считаю, правда, потому что собака перенимает какой-то характер своего хозяина. То есть хозяин его воспитывает. Я вот, например, считаю, что... Я бойцовскую собаку, там какую-то там или служебную, ни за что не воспитаю, потому что я добродушный человек, и мне кажется, у меня собака такая же будет.